Приветствую! В этом видео в сети появилась неожиданная правда об отношениях Данилы Милохина и Евгении Медведевой, а также Женя официально сделала заявление о спортивной карьере. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Одна из самых ярких пар проекта «Ледниковый период» – Евгения Медведева и Даня Милохин. Они сумели завоевать искреннее уважение и любовь не только своих поклонников, но и привлечь внимание другой аудитории. Как это часто бывает, на фоне удачных выступлений многие стали приписывать этим молодым людям роман. Сами участники, надо сказать, не подтверждали и не отрицали слухи, периодически даже подогревая их. Чего стоили только жесты Дани в адрес Жени, большие букеты роз, постоянное внимание. Казалось, что на звездном Олимпе появится еще одна пара. И как же не хотелось верить, что все это лишь пиар-ход. Но, похоже, это действительно так. И Женя, и Даня во время очередного интервью не стали отмалчиваться в ответ на вопрос об их отношениях. Медведева заявила, что они стопроцентные друзья, а Даня добавил, что есть красивые девушки, которые могут просто нравиться. При этом нет мысли о том, чтобы встречаться, полюбить друг друга и прожить вместе всю жизнь. Так что, несмотря на многочисленное общение за пределами катка, поцелуи и обнимашки, Женя и Даня просто дружат. Психолог Полина Токарева, также исходя из невербального общения между героями, подтвердила, что в этих отношениях есть нежность и тепло. Более того, возможно, Даня воспринимает Женю отчасти как маму. Ведь она дает ему светлые, позитивные эмоции, которых молодому человеку так не хватало в детстве. Есть симпатия, дружба, но страсти в этом эмоциональном коктейле нет. Это было выгодно продюсерам шоу, да и самим участникам подогревать интерес к своей паре, проекту в целом. Очень хочется, чтобы Женя и Даня сохранили теплые отношения как можно дольше. А фигуристка во время этого интервью сделала еще одно важное заявление, касающееся уже профессии. Помимо того, что она заявила о желании в будущем стать продюсером, так еще и наконец рассказала о перспективах своей карьеры. А их нет. Цитата. «У меня спина в одну сторону не поворачивается. Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе. Чисто физически уже не прыгаются». Женя также добавила, что именно из-за давления фанатов так долго откладывала разговоры на чистоту о дальнейшей карьере фигуристки. Так что, вероятно, эти слова можно считать официальным заявлением о завершении спортивной карьеры. А мы желаем Евгении Медведевой и всем участникам шоу «Ледниковый период» удачи!